Еще один шаг к повышению качества жизни населения. Сегодня в Черкесске открылся первый пункт проката технических средств реабилитации. Новое учреждение стало по-настоящему долгожданным событием. Кто может получить услугу и на каких условиях, узнавала Альбина Ламкова. Открытие первого пункта проката технических средств реабилитации прошло в рамках года людей с ограниченными возможностями здоровья, объявленного главой Карачаева-Черкесии при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» депутатов парламента республики. Очередной шаг в реализации плана мероприятия, утвержденного Рашидом Темрезовым, состоялся, отметила в своем выступлении заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Ирина Гербекова. Сейчас было принято решение по открытию этого пункта проката для удобства наших жителей. Он открыт как раз в центре города, вот в городской больнице. Очень удобно в смысле транспортной доступности для пациентов и в смысле того, что это центр столицы. Поэтому были другие решения, но мы пересмотрели в пользу удобства для жителей. И сразу же первый посетитель после выбора необходимого средства заключает договор на аренду. Поэтому при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Валентина Николаевна, вот сейчас вам выдается трость сроком на 3 месяца. Это бесплатно. С 21 июня по 21 сентября. Вот, потом вы можете подойти и продлить. То есть срок. И воспользоваться снова тростью. Большое спасибо. Такая помощь очень важна, потому что не каждый может приобрести средства реабилитации. Я пользуюсь уже 3 года после травмы. И она мне очень необходима. И медтехники не всегда есть нужного размера. А это вот как раз очень я довольна. Большое спасибо. Также воспользоваться арендой средств реабилитации смогут граждане, получившие травму, которая на время ограничила их жизнедеятельность, или на период лечения. Очень рада, что вот эта идея, которую вынашивало Министерство труда и социального развития долго, реализовалась именно сейчас. Партия «Единая Россия» и мы, депутатский корпус, с удовольствием поддержали этот проект. Будем всячески способствовать его развитию. Пункт проката создан в целях временного обеспечения техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и других отдельных категорий граждан, проживающих на территории республики. Закуплены кресла-коляски, ходунки, костыли, противопролежневые матрацы, сиденья для ванны и другие. Их количество невелико, поэтому учреждение может принять в дар от физических и юридических лиц любые технические средства реабилитации в исправном состоянии, в том числе бывшие в употреблении. Обслуживаем мы все категории людей, все пожилые, инвалиды. Для них есть специальные тарифы. 90% всех это будет бесплатно. Оснастили пункт первым необходимым. Мы пока не знаем, что это будет в процессе работы, поступления заявок там и так далее. Это будет оснащаться дополнительными другими средствами реабилитации. Поэтому пока минимум. В этом году планируют открытие и второй пункт проката технических средств реабилитации. Он будет располагаться в доме интерната для пожилых людей. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.